такой раскол будет. Он сразу же отделил людей и начал учить отдельно. Деяния 19.9. Но как некоторые ожесточились и не верили, злословя путь Господень перед народ, то он, оставив их, отделил учеников, ежедневно проповедовал в училище некоего тиранна. И там образовалась община. Чинно. Это в том порядке, который установил Господь. И сегодня нужно также подвязаться за веру евангельскую. А поэтому евангельскую веру мы должны узнавать. То, что нам здесь Господь дает, церковное богослужение. Мы это все принимаем. Но должны понимать, что это пришло к нам храмовое служение. Но еще есть и синагоги. Благодаря синагогам слово Иегова разошлось по всему миру. Почему Господь сказал об этих, которые вроде не должны были проповедовать? Матфея 23:15. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного. И когда это случится, делайте его сыном гиены, вдвое худшим вам. Это о нас сейчас, может быть, точно так же можно сказать. Кого бы только не увидели, переходи к нам, потому что во всем мире одни еретики, а мы истинные. Истинные нас, нигде нет людей,